Привет, друзья! Меня зовут Дима, мой ник Brother 2S. Это канал, посвященный фарм опыта Fortnite. Здесь каждый день новые видосики на фарм опыта, и сегодня покажу вам еще одну классную карту, которая довольно быстрая и дает достаточно много опыта. Если ты хочешь прокачать свой боевой пропуск до 200 уровня, чтобы забрать все награды, это как раз тот канал, который тебе нужен. Со мной ты до конца сезона сможешь это сделать. Подписывайся, ставь лайк, прожимай колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. А мы начинаем. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 0170-53-19-97-07, нажимаем Enter, здесь нажимаем на картиночку и выбрать. Обязательно проверь, чтобы здесь стояла у тебя частная игра, не открытая, потому что в открытой игре будут другие игроки, которые будут мешать. Потом нажимаем играть, и пока грузится карта, ты можешь зайти к себе в магазин предметов и внизу нажать поддержка автора. Смотрите, код автора периодически слетает, поэтому его нужно проверять. Здесь вводишь код G-Up, нажимаешь поиск, галочка фиксирует код в магазине предметов, и теперь ты сможешь меня поддерживать всеми своими покупочками. Спасибо тебе огромное за такой щедрый поступок и за твою поддержку. Смотри, когда загрузилась карта, разворачиваемся назад и идем вот сюда, в это место между двух плакатов. Слева получается, левого и среднего. Здесь есть кнопочка скрытая, нажимаем эту кнопочку. Потом подходим к любой из вот этих вот карт, к любому плакату. Давайте вот к этому, это новая карта. И нажимаем здесь, когда терминал светится зелененьким цветом, нажимаем здесь кнопочку «Взаимодействовать». И вводим сюда код 69860716-1281. Нажимаем «Принять». Смотрите, здесь появляется значок XP на табло. Теперь подходим к плакату и нажимаем «Взаимодействовать». Здесь нажимаем «Выбрать» и ждем, пока загрузится. Карта загрузилась, мы спускаемся с вами вниз и справа оббегаем вот эту всю конструкцию вот с этой стороны. И вот здесь вот получается, когда оббежали, за уголок заходим, вот в этом месте делаем эмоцию. Она переносит нас к таймеру в 900 секунд. Мы берем с вами здесь снайперскую винтовочку, джетпак, ждем, пока закончится этот таймер. Здесь три циферки кода нужно будет ввести, когда он закончится. И пока ожидаем, ребят, не забудьте присоединиться к моему Discord-каналу, чтобы стать частью нашего дружного комьюнити, где мы играем в разные игры, общаемся на разные темы. И еще немаловажно, в Дискорде я периодически провожу розыгрыши реальных призов из магазина Fortnite. Поэтому всех вас жду, до встречи там, а сейчас ожидаем таймер и будем продолжать фармить опыт. Ну что, таймер закончился, теперь подходим сюда и вводим вот сюда код. Первая цифра будет 6, вторая 2 и последняя 3. Код получается 6, 2, 3. Справа подтверждаем его. Отличненько. И снизу нажимаем старт АФК XP. Пошел АФК опыт. Теперь подходим назад на вторую квадратик, вот сюда. Здесь делаем эмоцию. И подходим вот с этой стороны, вот сюда, возле снайперской винтовочки. Нажимаем кнопочку «Переместиться в секретную локацию». Здесь у нас на карте есть два охранника. Один и вон там вот второй задумался, что же произошло сейчас. Пока он думает, мы устраняем обоих охранников и идем вот сюда к комоду, к этому, к шкафу. Не знаю, что это такое стоит. Да, шкаф. Нажимаем на нем секретную кнопочку. Потом идем к этому шкафу, который с этой стороны. На нем нажимаем еще одну секретную кнопочку. Потом идем вот здесь за домиком слева. Есть еще один шкаф. На нем нажимаем кнопочку и бежим к последнему шкафчику, к четвертому. Нажимаем на нем кнопочку, перемещаемся вот в такую локацию с табличками XP. Прожимаем кнопки на всех табличках. И попадаем вот в такую вот локацию с батутом, где мы летаем и нам капает наш АФК опыт, друзья. Смотрите, у меня уже 414 уровень, и до сих пор я получаю достаточно много опыта. Посмотрите, как уже 76 тысяч, 77 тысяч, и буст еще идет. Полетаю, посмотрю, сколько нафармлю в итоге. Так, видимо, все. 87 тысяч — это то, что смог я забрать на этой карте. Спасибо, ребят, за просмотр.
Предлагаю вам пройти карту тоже, чтобы получить свой опыт. Она очень простая, быстрая, поэтому, в принципе, не помешает. Один уровень плюсом, как минимум, уже есть. Все, на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня, друзья.